Ага, полная. Так, ребят, всем привет. Продолжаем работать на ферме. Сейчас мы поедем продавать нашу сеялку, где она стоит-то. А, вон она. А будем покупать новую. Будем покупать новую. Урожай я весь продал, который у меня был, именно соевые бобы. Весь продал. Сейчас у меня получается 579 тысяч. Мы продаем вот эту сеялку, покупаем новую. А, кстати, знаете что? Давайте сделаем сразу. Модернизируем трактор наш. Добавим ему чуть-чуть лошадей. Не 400, там 20, по-моему. А, по-моему, чуть меньше. Немножко сэкономим. Ну и пока супер-пупер мощный он нам и не нужен. Так, загоняем. Загоняем. Настроить двигатель. У нас 290 лошадей. Нам нужно 270. Но 20 лошадей слишком маленький запас. Давайте сделаем 342. Вот так вот. 342 лошади теперь у нас будет. Ну и цена 26 тысяч приемлемо. Да. Так, а еще я хотел, знаете, что посмотреть. Выбор колес. У нас широкие, двойные. Ага, назад. Все, я понял. Едем покупать новую сеялку. Так, а здесь у нас нужно выгрузить. Нужно выгрузить. Сейчас выйдем на просторное место, чтобы это все выгрузить. Так, здесь поместится, нет? Сейчас, секунду. Ага. Ну вот так, все. Так, ну что, продаем. Починить, да, зачем? Продадим прямо как есть. А что там можно настроить-то у нее? Там ничего нельзя настроить. Так, отлично, отлично. Ну что ж, давайте теперь купим новую технику. Новую сеялку. Идем сюда. Вот он. Это Amazon у нас. За 224 тысячи.
Получается 15 метров. У него рабочая ширина. 270 лошадей требуется. Так что у нас запас по трактору нормальный. Вот такой вот красавчик. Покупаем. Отлично. Теперь большие поля мы свои будем засеивать. Можно сказать, почти в два раза быстрее. Ну и даже по цвету он трактору просто идеально подходит. Опа. Все, отлично. Вот такой вот агрегат. Так, возвращаемся на ферму. Так, я вот знаете, что заметил? Такой вот на 42-м поле вот такой вот момент. У меня здесь показано зеленым. Вот. Не знаю почему, там как будто травой засели. На самом деле там трава не растет. Не знаю, почему так показано. Непонятно. Так, ладно, мы тем временем давайте заполним нашу сеялку и протестируем ее. А также нужно еще и удобрение туда. Заполняем. Сразу поставим соевые бобы. Поставим соевые бобы. Так, закрываем. Закрываем. И сейчас мы это дело все проверим, как это работает. Кружочек один пройдем. Один кружочек мы пройдем. Так, опускаем. Поехали. Да, теперь будет значительно быстрее все это дело происходить. Посев наш, да? Сейчас мы кружочек сделаем.
Так, ну что, все, пускаем дальше. Сам сажает. Я надеюсь, он тут развернется. Круг почета мы сделали. Так, также я заменил коров, которые у меня черные были. Тут 8 штук. Теперь их нету, теперь все черно-белые. Давайте, знаете что? Мы сейчас добавим им соломы. Ау. Забыл я тут, вон эти, да, стоят. Ну ладно, да, заправлять буду сейлку. С них и начнем. Так, сколько им туда надо-то закинуть-то? Не переборщить бы. Солома-то. Давайте тюков 6, наверное, да? Забросим им. Также сегодня будем ставить, ребята, производство подсолнечного масла. Это поможет нам в развитии нашей фермы. Поэтому сегодня ставим еще и заводик за 200 тысяч. Сейчас закинем соломки и будем ставить завод. Так, а я вот не помню, у нас солома-то где выгружается? Здесь же где и корм? Или туда заезжать надо? Давайте проверим, просто я уже, честно говоря, не помню. Так, в кормушку заезжать не надо. Здесь, да? Здесь можно выгрузить. Да, что ж ты там? Добавим им соломки. Так, отлично. Так, ну что, давайте поставим. Для этого давайте сначала чуть-чуть, наверное, подровняем.
то место, где оно будет стоять. И стоять он будет, ребята, вот здесь, наверное, на углу. Вот здесь вот на углу. Вот здесь вот он будет стоять. Здесь, возможно, потом место будет какое-то тоже задействован под каким-то, может быть, мало ли, гаражи, там, не знаем. Ну, а сейчас мы пока подровняем здесь место чуть-чуть. Я думаю, где-то вот... Давайте посмотрим вообще, какое место он займет. Так, давайте... Ой, не то. Надо найти его. Где-то он тут сейчас... Вот он. Да, ну, тут используется либо подсолнух, либо канола. Поэтому, если у меня есть и то, мы засыпем обе, скажем так, культуры туда. Так, вот он, да, у нас как сколько занимает места. Его нужно будет поставить, я думаю, где-то вот так вот. Вот так вот, чтобы со стороны дороги вот этой основной, да, можно было бы заезжать. Здесь прямо к краю не будем вот так ставить. Где-то отступим вот так вот, на всякий случай. Вот так поставим. А с той стороны у нас еще и заезд, да? Ну нормально, нормально будет. Я думаю, вот, если мы вот так поставим, вот так вот, будет нормально. Так, вышел я, да? Стоп. Так что давайте вот отсюда начнем выравнивать. Где-то вот так вот отсюда. Тихо, тихо. Дорогу желательно нам сильно не цеплять. Хотя тут получается мы сильно завысим, да? Мы, конечно, это все дело сгладим. Так, вот так, да, у нас здесь будет еще же заезд, да, ну, мы... давайте чуть-чуть, я думаю, вот так сделаем. Вот так вот. Сейчас поставим завод и посмотрим, как он будет смотреться. Идем сюда, выбираем. Ну, вот он. Разворачиваем. Так, а по-моему, надо еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Вот так вот. Много места, конечно, занимает, но все-таки такой не маленький. Не маленький. Где-то вот так вот он будет. Так, давайте еще раз посмотрим, насколько он будет, сколько он параллельно идет. Ну, вроде вот чуть-чуть его нужно вот так вот. Да, вот так вот. Так, теперь давайте посмотрим, насколько его далеко. Ну, я думаю, где-то вот так вот его поставим сейчас. Все, вот так вот, отлично. Вписался он сюда, мы тут сейчас подровняем все. Так. Сейчас все здесь подровняем. Обязательно. Вот так вот.
Да, здесь такой жесткий спуск получился. Чуть дальше бы желательно, да? Но я сейчас уже тут ничего не сделаю. Но потихоньку будем съезжать нормально, я думаю, будет. Так, давайте. Каких-нибудь деревьев поставим. Там где-то, по-моему, елочки у нас, да, были. Можно даже там поставить, да? Так, нет, знаете, что мы сначала сделаем? Мы сначала травой засадим все. Вот так вот. Так, здесь у нас тоже заезд, как бы, да? Давайте, знаете, что сделаем? Вот так вот. Заезд здесь у нас. Хотя нет, деревьев, наверное, здесь не буду сажать. Наверное, вот так вот оставлю. Пока так оставлю. Так. Где у нас там... Что у нас там большой трактор-то? Ага, давайте его... Но он там, он чуть не досадил. Но это я уже за кадром всю эту мелочь сам сделаю. Сейчас мы его вот здесь поставим сажать, чтобы вот туда ездил, в ту сторону. Так. Что самое хорошо, не нужно дозаправлять ее, на одно поле хватает. Так, отлично. Мы тем временем берем прицеп наш и отвезем сейчас канолы туда. Пшеницу оставляем. Так, канола загружаем. И нужно будет на других полях уже... У меня там маленькое поле убрано. Надо будет там посадить, наверное, как раз канолы. Теперь нужно будет еще и канолу выращивать, чтобы поставлять ее на нашу фабрику по производству масла. Света тут явно не хватает. Темновато. Так, ну здесь у нас будут появляться палеты с маслом. Коробочки будут.
Сколько тут получается? Раз, два, три, четыре, пять. 10 палетов. 10 палетов. Так, давайте здесь съедем и заодно и проверим, как тут съест. Ну, нормально, нормально съест тут. Так, а мы можем... Ну-ка. Сделать как бы вот так, да? Но тут даже можно... А мы знаете, как сделаем? Мы сделаем вот здесь вот как бы вот так вот, да? Как бы заезд такой широкий. А тут посадим траву. Траву, да. Вот так, газон. Как бы вот так вот. Здесь газончик у нас. Даже можно чуть-чуть вот сюда заехать. Вот так вот. Здесь даже можно будет... садить несколько так березок. О, такая. Ну вот так вот оставим. Может даже его тут на углу тоже посадить. О. Неплохо, такая аллея такая из березок. Длинная елка, да? Да, длиннющая елка такая будет. А, там где-то сосны были. Ну-ка. А вот это что такое? Это маленькая, да? А это вообще крохотулинка такая. Вот, можно пару сосенок прямо рядом. Вот так вот. Пускай будет. Немножко, как говорится, зелени добавили, да, чтобы это... Я думаю, так даже интересней, получше. Так, ну что, ребята, ну вот такая была серия. Поставили предприятие по производству масла, купили новую сеялку большую. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.